Здорово, ребята. Под предыдущим влогом кто-то предположил, что у меня реально растет борода. Отличное начало видео. Просто в прошлом влоге я говорю, блин, я не знаю, что это за мазь, вдруг у меня от нее борода вырастет. Вчера мы смотрели со Славой «Железный человек 3» и как раз говорили про Тони Старка, да, про, ну, этого Роберта Дауни-младшего. У него классная борода, и мы поугарали над тем, что да у меня почти как у него, только из прыщей. В общем, это очень обидно на самом деле, но я не расстраиваюсь, потому что уже завтра я пойду к врачу. И, во-первых, спрошу, как мне пить таблетки, которые мне врач прописал, потому что я такая, типа, не знаю ничего. И будет как бы все понятно, интересно, и не знаю, правда, буду ли я завтра снимать влог, потому что у меня врач в 12, это мне надо встать в 10:30, я не представляю себе это возможным. Честно говоря, безумно не хочется ехать так рано, ну, типа, просто другого времени не было, и мне пришлось согласиться на это время, прям хоть бери и отменяй, но нет, я должна взять себя в руки и надеюсь, что это еще послужит для меня каким-то толчком для того, чтобы в этот день потом уснуть рано, потом снова встать рано, ну, в общем. Сегодня мы с вами поедем за вином, которое приехало из Грузии, и мне прислали огромную коробку с косметикой от Evelyn. Evelyn Cosmetics. И я хочу посмотреть, что здесь. Тут очень много всего. Во-первых, шампунь. Мицеллярный рептидный шампунь. Это я вам показываю, что мне подарили. Подарки! Универсальный алоэ-гель для лица и тела с охлаждающим эффектом. Глубоко увлажняет, разглаживает, смягчает кожу. Регенерирует и успокаивает. Блин, прикольно. Так, вот это я вообще не знаю, что такое. Такое в первый раз вижу. Ух ты, сахарный скраб для тела. Я такое даже не видела никогда. Сахарный скраб для тела. А я думала, это какое-то питание. Прикольно. Черная маска, пленка с бамбуковым углем. Биоактивированный уголь. Ну, это чисто для меня. О, маска еще, масочка. Ух ты, она пенится, наверное. Прикольно. Такая вот пузырьковая тканевая маска. Какие-то татуировки. Реально татуировки? Прикольно. Энзимный скраб гамаж. 3 в 1. Интенсивно разглаживает, мягко отшелушивает, смягчает, увлажняет. А для лица это для чуть-чуть. Блин. Вот это, кстати, реально тема, потому что у меня нет нормального скраба для лица. Вау! Смотрите! Палетки! Какие красивые! Давайте открывать. Как мне нравится. У меня единственная палетка с похожими цветами, безумно старая, и там уже все просто измученное. Посмотрите, это просто офигенные оттенки. Гляньте, гляньте. Восторг. И еще гляньте, какая здесь кисточка офигенная. У меня даже таких нет. Красивых, классных. Это вообще бомба. Так, и вот эту палетку мне тоже безумно интересно посмотреть. Они идеальны. Вау. О, они с запахом. Вы видите? Офигеть. Вы знаете, я сейчас тиктокерша, и мне нужны всякие разные образы, а все мои палетки нормальные, которые у меня когда-то были, они уже стухли, и уже дофига лет, они уже просто никакие, и очень хочу попробовать эти. Так, это, наверное, консилер, да, консилер для лица, это мне всегда нужно с моими-то прыщами, причем они такие светлые, ну, это, наверное, что-то типа под глаза. Тональная основа плюс консилер, 2 в 1. Кстати, по оттенку очень интересно. Может, надеюсь, мне подойдет. Там я вижу один темнее, он мне не подойдет. А вот этот, кстати, может мне подойти. Я вижу светлый. 10. Ну да, я смотрю по цвету. Вив, ты хочешь выйти? Зайчик. Сейчас дай маме посмотреть косметику. Да, иди сюда. Так, тестим. У меня тут еще старая. Ух ты, ух ты. Ну, по цвету вроде. Так, синяк, прикиньте, у меня синяк. Блин, надо было синяк замазать. Так, сейчас попробуем. Ну, кстати, норм. Просто розовее. А так вообще нормально. Блин, надо было синяк замазать. О, замазывается. Ух ты, какой хороший. О, ничего себе. Текстура хорошая, нравится. Надо было сразу синяк нанести. Я не знаю, где я ударилась. Где я шляюсь? Прикольный.
очень нравится. А вот этот, мне кажется, не потемнее даже вот этот, а он просто в желтый, а этот в розовинку уходит. Я думаю, вот так. Вот это хорошо, мне очень понравилось. Тоник, придающий сияние. Тоник тоже мне нужен, у меня уже заканчивается все. О, румянки. Красиво. Хайлайтер же, да? Сейчас протестим сразу. Ух ты! Он помощнее, чем мой. Вау! О, вы видите? Вы же видите разницу? Ой, мне нравится. Прикольно. Так, а еще я хочу подбросить сразу. Я люблю такое. Ух ты, блин, он такой насыщенный. Мне очень нравится. О, еще тоналка. Интересно, они насколько по цвету? О! Супер! Он еще светлее, чем тот, который я испробовала. Вот, десятка, это который я попробовала. А 11 это еще светлее. Блин, спасибо вам большое. Так, я думаю, что это подводка. Ой, в тоналке испачкалась. Да, подводка. Это тоже хорошо, потому что я все маме отдала. Потому что я редко делаю стрелки, и мне все равно нужна хотя бы одна подводка в этом доме. Поэтому спасибо большое. Протещу как-нибудь. Крем-сыворотка для лица и тела. Огонь. Ух ты, как осень пахнет. Это хорошо, мне нравится. У меня есть один крем, который типа пахнет розой. И если честно, это ужас. Это просто ужас. Когда я его заказывала, я думала, будут цветами пахнуть. В итоге это просто невыносимый какой-то запах. Знаете, такой прям жесткий. А вот это прикольно, очень свежо. Интересно. Так, тут у меня две какие-то помадки. Ох, my kiss, липстик. Надеюсь, вам нравится такая распаковочка. Я просто сама давно хотела посмотреть, но хотела это посмотреть как-то, ну, прикольно, на видосик. Ой, я это видела, мне страшно. Помада блеск, которая увеличивает губы. Это как будто бы меня оса или пчела ужалила, а это с перцем. О, они, кстати, цветные. Блин, я боюсь. Я видела у одной девочки в ТикТоке, она намазала, ну, я не знаю, какой бренд был, не знаю, но она намазала, и у нее вообще так, ну, реально лучше стало, ну, в смысле, больше. То есть результат был, но мне страшно. Блин, давайте протестим. У меня, правда, помада, будет ли какой-то результат? Я так старалась ее мазала, мне так интересно. Я скажу вам, когда начнет сжечь. Я не знаю, как это работает, но мне кажется, это так обычно работает. Что тут написано? Так, нанесите блеск тонким слоем на губы, если можно использовать как самостоятельное средство, либо на губную помаду, придавая эффект зеркального... Вот, я так и сделала. Но там написано тонким слоем, я правда столько слоев нанесла, пока ничего не ощущаю. Так, запомнили мои губы. Ждем. Регенерирующий крем для рук. У меня вот здесь жесть. Ну, сейчас получше, но вот это прямо около кровати положу, потому что у меня постоянно руки сохнут. А еще тут была тушь. Кстати, губы пока не жжет, не знаю, может, это не так работает? Чуть-чуть, маленечко. Так редко тушью пользуюсь. А почему, не знаю. Ну, из-за нарощенных смывать не очень прикольно. Кисточка очень нравится. Ну, щеточка вот эта. Тоненькая такая как раз. Я просто так не люблю, когда грязь остается под ресницами от туши. И приходится стирать все это палочками. Поэтому прикольно. Сейчас мы просто делаем базу. Губы жжет. Губы жжет. Жжет пипец. Ну. О, как красиво. Да я же просто профессионал, девочки. Вот я бы даже ничего больше не добавляла, оставила бы так, а то сейчас еще испорчу. Ну что ж, я готова к вечеринке. Ну как вам? Не знаю, как в камере, в зеркале красиво. Ну что, губы стали больше? 5 минут прошло. Так, запомнили мои губы, вот так. Блин, мне кажется, стали больше. Короче, если вы смотрели мои предыдущие влоги, то вы знаете, что в пятницу, когда у меня врач, я поеду еще отвозить дедушке посылку в Грузию. И, ну, опять тем же путем покупать виноград и все в этом духе. Вот, и сегодня я могу забрать вино, что я и планировала сделать. А потом я подумала, зачем мне ехать туда сегодня, если я завтра все равно туда поеду и заберу и вино, и отдам посылку. Ну, типа, хотя это недалеко и можно, в принципе, но что, я больше всего дел других не могу придумать. Что, 2 раза туда-сюда ездить, бензин тратить, да? Так, ребят, я уже дома. И сейчас я буду снимать туториал.
когда я пришла домой, у меня были такие мысли просто пойти смыть макияж, эту тонну макияжа, которая на мне, и все, кайфовать. Ну, не, вообще я думала убраться там, порядок навести, но в итоге подумала, блин, какого черта, буду снимать тиктоки и влог, что я уже думала, ладно, пофиг, не буду снимать влог. Короче, что изменилось в моей жизни? Контуринг носа слишком сильно, не пойму. Мне написали из этого самого, куда я завтра пойду, к врачу. И спросили, могу ли я на 15 минут позже прийти. Я такая, да, базар ноль. Ну, может быть, можно прийти позже, еще позже. Они говорят, ну да, давайте в два тогда. Я такая, почему сразу нельзя было мне так сказать? Я говорю, а попозже нету, когда записывалась. Они говорят, только в 12. В итоге... Я могу завтра не вставать так рано. Это все равно я встану рано, ну, в любом случае. То есть в 12 я точно встану. Но, по крайней мере, у меня будут силы еще продолжить этот день. Потому что завтра у меня будет насыщенный денек. Мне нужно посылку в Грузию отправить, ну, вы знаете. Корм я не купила собаке. Пих, прости. Но у нее есть еще корм просто. Я хотела еще купить, что было. В общем, все, я начинаю снимать туториал. Я его буду снимать на iPhone и на эту камеру. Еще у меня прыщи, которые не замазываются. Короче, лучше реально не давить, потому что вот эти красные, их еще не замажешь. Просто так некрасиво. А тут у меня вообще Мерлин Монро. Ужас. Кстати, попробовала я тональник, вот этот, посветлее. Где он? Вот, вот этот. Очень классный. Такой приятный пипец. Мягенький. Так, все, начинаю. Снимать туториал. Всем привет! Сегодня я снимаю туториал, или как это правильно называется, о том, как я делаю укладку, кудряшки на своей голове. Меня часто об этом просят и просят показать это на видео, поэтому сейчас покажу. На самом деле все очень просто. Мне нужна обычная плойка для выпрямления волос. Я обычно беру сзади, делю волосы на две половинки и просто начинаю вот так вот. Закручивать и просто вести вниз. На самом деле это очень легко и достаточно быстро у меня это получается. Ну, минут 15-20 занимает. Можно не закручивать до конца, оставлять волосы вот так вот. Поняли, да? То есть не обязательно на самом деле даже все пряди сильно закручивать. То есть должен быть такой эффект легкой волны, как будто бы я их не закручивала, они у меня просто такие от рождения. Поэтому продолжаем. И вот так вот каждую видео можно брать прядки поменьше, смотря какого результата вы хотите добиться. И теперь я буду снимать все это на таймлапс. Так, вот что на данный момент у нас получилось. Это такой промежуточный вариант. Понятное дело, что с двух сторон может немножко отличаться, это нормально. Но самое главное, запомните, всегда делайте от лица. То есть с этой стороны мы делаем сюда, да? А с этой стороны от лица. То есть закручиваем сюда от лица. Понятно? Это не обязательно, но я люблю вот пару прядочек так сделать, чтобы они не висели... Так что здесь прилизано, а вниз идет там много волос закрученных, да. То есть понятно, что внизу они более густыми выглядят. И поэтому я всегда делаю несколько прядочек еще сверху. Но главное, не сильно их закручивать, а то будут торчать как рога. Ну, чуть-чуть буквально. Вот с этой стороны сейчас так, тут вот так. Поэтому надо и здесь тоже немного... закрутить. Буквально 3-4 прядочки, не толстые, не большие, просто чтобы сделать как бы такой объем еще сверху.
И теперь обязательно я все это дело буду расчесывать, потому что, хотя и так красиво, и понятно, что они могут еще упасть как-то, уложиться, но я всегда их расчесываю. На самом деле, в любом случае будет лучше, если вы их расчешете. То есть они будут выглядеть более ухоженными, то есть как будто бы у вас реально вот такая вот укладка, то есть более опрятный вид будет. И я обычно не пользуюсь лаком, но если вы хотите эффект мокрых волос, то можно вот так вот делать и лачить в этот момент, чтобы прятки как бы разъединялись. На самом деле очень быстро, очень удобно. Вот. Смотря какие у вас волосы, то есть у меня держится все и без лака. Кому-то нужно лака для этого, чтобы держалось. Вот такая вот укладочка. Легкая, но такая на каждый день, да и на мероприятие у нас получилось. Так, вот, ребят, сняла видео для ТикТока. Ну, в сторис его тоже загружу, чтобы полезно было. Сейчас я его быстро смонтирую на телефоне в приложении iMovie, хотя есть видео Lip, все его рекомендуют. О, вот эту прядочку можно накрутить. Ну, обычно, знаете, это не критично. У него выпало. Оп, все. Теперь она в компашке. Так что вот, как вам? До конца легко, реально легко. Просто нужен выпрямитель. Даже вот у меня есть плойка для того, чтобы накручивать волосы. Я ей не пользуюсь вообще. Пользовалась, наверное, лет 6 назад. Поэтому очень легко, быстро и очень красиво выглядит. Мне такая укладка намного больше нравится, чем ходить с прямыми волосами. И причем, знаете, вот под мою длину сейчас, мне кажется, это просто идеальная укладка. Теперь можно идти снимать тиктоки. Теперь я чувствую себя на все 100. Даже несмотря на какие-то проблемы с кожей. Такая сразу дерзкая, типа, привет, чё? Звонил? Я не слышала. Контент, который вы заслужили. Так, какие у меня вообще могут быть дела? Блин, надо снять такой тикток со своим звуком. Офигенно. Угар в том, что... Знаете, в чем моя проблема? У меня есть крутые идеи. Реально крутые. Клянусь, они крутые. Правда. Но я не могу их реализовать. Ну, как сказать, воплотить их в реальность, в жизнь. Дать им жизнь, дать им глоток воздуха. Не получается. Не знаю, почему не могу. То есть это вот именно тот самый момент, мне кажется, когда вот было бы клево, если бы у меня была какая-то команда. Команда людей, которые как раз-таки воплощают идеи в реальность. Потому что у меня очень много классных идей. Но я никогда, у меня не получается, не могу. Не знаю, как это с ними делать. И вот можно придумать какой-нибудь тикток со своим звуком, типа, я, не знаю... Вот видите, вот и все. Что-то в духе. Я говорю своей маме, сегодня не получится, я занята. Блин, можно что-то такое, знаете, в духе, типа, у меня ребенок на руках. И, типа, пишу своей маме, что... Или нет, или ступа как-то. Как я придумываю идеи? Блин. Очень клево заходят тиктоки про бухлишко. У меня очень много подряд их даже как-то было. Кто-то говорит, Юль, все хорошо. Но вот все-таки я смотрю, какие-то такие обычные тиктоки, ни о чемские, ну, не сильно залетают. Плюс не для всех актуальны некоторые мои подписи, типа головная боль на смену погоды. Я знаю людей, у которых болит голова, так же, как и у меня. И я просто знаю, что таких людей много, но, видимо, не настолько много. Понятное дело. А, короче, я же снимала туториал для ТикТока, а потом я подумала... Точнее, не то, что я подумала, а просто я пыталась его загрузить, а у меня 4 минуты там вышло. И я в итоге загрузила это все в IGTV, в Инстаграм. И в ТикТоке сняла, типа, ребята, хотите узнать, как я сделала такую укладку? Переходите ко мне в Инстаграм. Маркетинг. Сегодня четверг! Пацанки вышли. Уже вышли! Такие красивые губы, пишет у меня. Никогда не понимала, почему люди, хорошо зарабатывающие, не покупают себе хорошие, дорогие салоны и шампуни. Эффект же просто бомбический. Не знаю, блин, все девочки разные, я настолько далека от этого.
Мне просто нравилось, чтобы башка не воняла. Ну, попробовать можно. Мне кажется, или Юля уже второй влог заплакана, еще на прошлом видео заметила, но не хотела об этом писать. Юля, если это так, держись, малышка, чтобы там ни было, все будет хорошо. Хорошо. Не понимаю, почему я заплаканная. Не знаю, ребят, с чего вы это решили. Может, у меня просто какая-то аллергия, потому что у меня что-то сопли текут. Если вы за меня переживаете, то, пожалуйста, не переживайте, потому что все нормально, я не плачу. Я не помню, когда последний раз вообще плакала. Это хорошо. Вообще, я по жизни, в принципе, редко плачу. То есть я... Хотя, не знаю, редко, не редко. Ну, редко, наверное. Я такая, у меня кожа очень твердая, непробивная. Интересно, кто-нибудь уже сказал, что можно не переодеваться несколько раз в ТикТоке по ролям, а снимать все кусочки, потом заменить кусочки другой роли? Я пыталась объяснить. Я не знала. Но спасибо большое, теперь я буду знать. Это реально легче. Я просто недавно в ТикТоке, поэтому еще не все знаю. Так, сейчас покажу, как я делаю рыбку. Очень легко и очень вкусненько. На самом деле, вот такую рыбку сделать, это пипец как просто. Я думаю, что очень много разных блюд, которые можно сделать легко. Мы часто ленимся и думаем, что это слишком сложно. Но это реально легко, даже около нее и стоять-то и не надо. Короче, нам понадобится фольга, да? Ну вот примерно такой кусочек, чтобы хорошенько ее завернуть. Вот такая штучка, противень. И духовка! Сейчас она у меня разогревается, и сейчас я буду все это специями всякими посыпать. Вот такая у меня есть для рыбы и всяких морских обитателей. Перчика маленько можно. Ну и соль. Так что вот. Ставлю таймер где-то на 40 минут. Все упаковала. А сейчас мне нужно сделать фотку. И вообще-то хотелось бы снять побольше тиктоков. Я нифига не успела. А еще мне вот этого чучундрика надо купать. Чучундрик мамин. Привет! Ой, такая лентяйка. Вся в маму. Вся в маму. Да? В общем, ладно, ребят. На сегодня я с вами прощаюсь. Завтра тоже буду снимать влог. Конечно же. Ой, такая красивая укладка, какого фига? Блин, сама голодная. Еще сделаю рис. Кто сейчас как, господи, ты не устала есть рис? Нет. Недавно мы жарили картошку. Гречка тоже можно, но с рыбкой будет офигенный рис. Пришел Слава, так что пока. Ребята, новый день. И что? Сегодня я была у врача, у гастроэнтеролога, мы смотрели мои анализы, и самое, что я больше всего удивила, что у меня все хорошо в плане аллергии, то есть у меня нет аллергии на глютен, на молоко, ну, типа, этим анализом мне хотелось бы вам сказать, что от того, что я откажусь от молока, типа, прыщи, ну, останутся. То есть дело вообще не в этом. Я ей так и говорю, блин, а вдруг у меня клещ, да? Ну, то есть мы много болтали, я сейчас расскажу. Я говорю, а вдруг у меня клещ? Пока я буду рассказывать вам, я буду упаковывать сзади виноград в коробку. Не знаю, хорошо ли вам меня видно и слышно. В общем, ой, как тяжело-то, А, это мандарины. Короче, изначально что вообще у меня? Не знаю, рассказывала вам или нет. Она сказала, что у меня то ли в кишке, то ли в желудке, где-то, ну, я думаю, в кишке, наверное, какая-то свободная жидкость. Кто разбирается, тот знает, что такого не должно быть. Но это типа, ну, как бы бывает. То есть она сказала, что у меня там какое-то, во-первых, как я поняла, воспаление. Мне еще газетки дали там, где я виноград покупала. Сейчас их буду скомкивать. Она сказала, что у меня какое-то воспаление, видимо, какая-то то ли инфекция, то ли фиг знает что. И мне назначили очень много лекарств. Ладно, сейчас я скомкаю их быстро. Короче, мне прописали очень много всего. У меня садится батарейка, как обычно. Хорошо, что у меня есть этот аккумулятор. Злая я, как собака. Все поделала.
у меня странные чувства, типа, знаете, тут столько всего, тут всего 12 всего, всего тут 12 всего, что мне нужно делать, но вот 11-е это, в общем, значит, капельницы, которые мне делать надо, если мне будет плохо от других каких-то лекарств, типа, у меня будет тошнота, голова будет болеть, типа, если меня будет тошнить, короче, интоксикация какая-то. Самое интересное, что в Амирском... Ну, тут, короче, много всего. Тут уколы в попу, тут свечи, всякие таблетки, какие-то штуки пить. Ну, в общем, очень много всего мне непонятного. Чего так много? И она мне когда показала, я такая... То есть суть в том, что когда мне выписали 4 лекарства, я такая... Охренеть, как много. Тут 12. Ну ладно, если мне не будет плохо, надеюсь, да, то 11. Потому что одно это делать капельницы, это в случае, если плохо. Так что, короче, честно говоря, я в замешательстве. Мама переживает, говорит то, что ей не нравится, когда врачи пытаются залечивать молодых девочек. Ну, типа, знаете, столько всего назначать. С одной стороны, просто, вот знаете, я, типа, боюсь пить Роакутан. А с другой стороны, мне столько лекарств тогда пить, да? Ой. Короче, не знаю, не знаю. И она еще сказала, что я могу сдать анализ на этого клеща, и тогда будет что-то понятно. Короче, я думала сегодня поехать на дачу, но не могу. Поэтому поеду, скорее всего, завтра просто потусоваться с мамой, попариться в баньке, потому что мне надо уже срочно идти делать лазерную эпиляцию. А я хочу сначала попариться в бане, потом сделать лазер, потому что после лазера нельзя 2 недели париться. Короче, ладно, едем отправлять посылку в Грузию. Так, ребята, не пугайтесь, я уже дома накрасила губы, потому что снимаю тиктоки. И мне прислали то, что мне нельзя кушать, то, что мне можно кушать. Вот видите, со вчера сохранились волосы. Хотя я их не лачила, то есть... Завидуйте молча, у меня так волосы держат все. Так. Мне просто, мне кажется, такие волосы, структура такая плотная у них. Сейчас я вам расскажу, что мне нельзя. Сразу скажу, эту диету мне нужно соблюдать от 2 до 8 недель. Я думаю, что максимум мне скажут 8. Так, сейчас вам говорю. Общие рекомендации. Всегда избегаем искусственных ингредиентов. Глутамат, натрия... нитраты, ну, короче, всегда фигня какая-то. Читаем этикетку состава продукта, исключаем из рациона фастфуд и джанкфуд. Что за джанкфуд? Джанкфуд. Убираем все, очевидно, вредные продукты. Жареные, копченые консервы, полуфабрикаты, трансжиры, сахарозаменители и прочее. Исключить очевидно непереносимые продукты, от которых становится нехорошо. Важно есть спокойно, не на бегу, тщательно пережевывая пищу, не заглатывая воздух. Кто из вас так делает? Вкусно! Не переедать разово. Я никогда не переедаю, мне кажется, я не доедаю вообще. Во время и сразу после еды не пить много жидкости. Можно столько, чтобы принять таблетку. 20 минут до и 45 минут после еды. Бред какой-то. Я обычно во время еды пью. В течение дня пить достаточно воды из расчета 30-40 мл на килограмм. 30-40 мл. Так, я вешу 50 умножить на, допустим, 40. Это 2 литра воды, я так полагаю, получится. Так, использовать стеклянную посуду для воды. Какая разница? Это типа, знаете, то, вот из чего мне приятнее пить воду, это из бутылки. Они говорят, нет, из чашки пей. Из чашки пить воду, мне хочется просто вот обратно ее выплюнуть. Мне скучно пить воду. Придерживаться принципа разнообразия. Да какое ж тут разнообразие? Сегодня я пью из кружки с Мишуткой, завтра я пью из кружки с оленем. Можно. Не крахмалистые овощи, артишоки, спаржа, авокадо, зелень, салаты, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, краснокочанная, пекинская, короче, тут чисто капуста, сельдерей, чили, огурцы, лук, порей, лук-порей, оливки, лук, редис, белокочанная капуста, умеренно, чеснок, Карин мне звонит. Что, снимаешь, что ли, что-то? Да, что надо тебе? Да? Когда закрыта камера, голос, микрофон. А, пальцем закрыла. Чё желаешь? Хотела поболтать, узнать, каково мне? Да, только это. Я снимаю. Окей. Влог? Я тоже, прикинь.
тебе твоя диета новая, подружка моя любимая? Ну, блин, на самом деле ничего сильно жесткого там нет. Ну, как бы сахар, ну и что, типа 2 недели, допустим, да, я самый минимум возьму, если кушать курицу, гречку, помидор мне нельзя, и овощи, типа, ну и что, и суп, допустим, какой-нибудь, бульон, так я это люблю. Просто вопрос в том, ну, как бы, выживу ли я без сахара? Я хочу к гастроэнтерологу пойти, и, скорее всего, у меня диета, он выпишет мне диету, ну, не легче, чем твоя, и фиг знает, посмотрим. В принципе, когда у меня нет РПП, я достаточно трезво оцениваю свои шансы, типа, пройти через это. Ну, чё, как? Блин, ну не знаю. Да, блин, мне не кажется, что это сильно сложно. Завтра. Я не могу без сахара. Ну, я не знаю. Вот я просто думаю, по сути, не, ну, блин, 2 недели, конечно, все равно. Но просто нужно придумать какие-то блюда, которые мне можно, которые обычно я не ем, и начать есть их. Вот и все. Согласна. Ну, как бы это же не на всю жизнь. И даже не на там полгода, ну, грубо говоря, даже 8 недель. Ну, 8 недель это 2 месяца. 8 недель 2 месяца. Ну, я думаю, что максимум месяц я буду этим заморачиваться. Потому что она через месяц сказала, чтобы я пришла уже на УЗИ. И как бы, видимо, уже что-то должно как-то это самое. Ну, ты видела, там есть предложение, типа, разнообразить, ну, надо, чтобы разнообразный был рацион, а не чисто курица, гречка, бульон, ну, да. И салат, поэтому тебе надо полюбить пшено, киноа. Ну не, можно просто что-то другое придумать. Там можно какую-то рыбу. Хотя, вот знаешь, что я не поняла? Там написано в одном моменте, что можно рыбу, которую типа речную. Вот надо понять, что за рыба это к этому относится. А потом там внизу написано, нельзя мясо и рыбу. Да, я тоже с этого не поняла, но я думаю, что там какое-то мясо можно, типа, знаешь, постное мясо можно, стейки нельзя. Ну, жареное, все жареное получается, пареное, что-то такое. Или так. А что есть-то? Курицу отварную? А, отварную в духовке. Ну да. Курицу, индейку, рыбу. Угу. Ну, это плохо, но тебе надоест, потому что мне самое сложное в похудении, типа, постоянно готовить правильную еду какую-то. Ну да. Ты... Ехать. Это ж мне надо чем-то перекусывать иногда, когда я не дома, еще что-то. Мне нужно обязательно, чтобы у меня был завтрак, обед, ужин, потому что мне лекарства разные пить надо. Типа нет такого, что типа с утра не поела, заехала в МАК по дороге, что-то перекусила, домой приехала, и уже ужин нормальный, типа как за весь день. Такого уже нельзя. Ну ты прикинь, у тебя это будет первый раз за все твои годы жизни, когда ты что-то так кардинально меняешь в своем питании. Ну да. Ты пьёшь всех худеющих людей. Ой, сейчас тебе нет предела. Я еще хочу пойти к этому дерматовенерологу, или какой. Короче, хочу, чтобы он мне соскоб взял и посмотрел на клещей моих, есть ли у меня там они. А где должны быть? А? На коже. Да, но я не знаю, как это, неужели по мне ползают клещи? Ну, я думаю, это просто как какие-то бактерии, может быть, которые размножаются, просто называется как клещ. Не знаю, можно посмотреть, как это называется. Клещи на коже, прыщи. Демодекоз, да, и демодекс, причины. Вот, вот этот демодекоз, это как раз этот самый. 60% людей заражены демодексом, но заболевание возникает не у всех. Сниженный иммунитет, гормональные нарушения, использование косметики на основе гормональных компонентов. Не знаю. Длительная работа за компьютером. Это же я! У меня клещ! Стопудово! Офигеть! Что за дичь? Ребят, вы слышали, что у вас клещ может быть, если вы сидите за компьютером? Я же всю жизнь за компьютером. У меня там, наверное, вообще целая эта цивилизация клещей. Ладно. Просто поболтаем без влога. Я уже давно выключила. Пока. Так, ребят, уже час ночи. Я снимала тиктоки, заряжала телефон.
страдала всякой фигней, миллиард раз просто красилась, у меня уже просто грязная голова, то, что я постоянно туда-сюда, да и просто она уже грязная. Я вам рассказала, что почему-то какого-то хрена она у меня очень быстро пачкается. Раньше у меня дольше голова держалась в чистом состоянии. Что, я еще не смонтировала этот влог, хотя я должна это сделать, чтобы со спокойной душой уехать на дачу завтра. И нужно помыть голову. Час ночи, я всего этого не сделала, поэтому я не знаю. Поэтому сейчас я побегу это делать и, да, буду рекламировать свой ТикТок, потому что безумно хочу добиться успеха. Если вам не сложно, подпишитесь на меня в ТикТоке. И, ну, если не нравится, не подписывайтесь. Но если вдруг нравится, то я буду вам очень благодарна, потому что мне просто интересно, смогу ли я набрать 1 000 000 в ТикТоке. Для меня это так, знаете, заветно. Как-то почему-то я настолько этим загорелась. И, конечно, меня это вдохновляет. Комментарии, лайки, я все читаю, все лайкаю в ответ. И... не знаю, просто нравится. Вот, ТикТок меня вдохновляет, ТикТок делает меня счастливой. Не, это звучит тупо, но, типа, знаете, не то, что мне нравится, я счастлива, когда я трачу свою жизнь на просмотр каких-то ТикТоков. Нет, меня прикалывает именно снимать ТикТоки и видеть какие-то реакции. То есть я мечтала быть актрисой, и, может быть, когда-нибудь даже и буду. И ТикТок для меня это как раз что-то вот, типа, попробовать себя что-то такое поделать. Ну, короче, все, я вас люблю, целую, обнимаю. Я пошла мыться, монтировать видос и спать, потому что планирую завтра поехать на дачу. Но планы могут 100 раз поменяться, не знаю, как получится там, когда я проснусь. Так что все, всем пока, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока.